Приветствую всех на канале. Глянем, что по ссылке. Так, все это завернуто. Так. Так, вот так. И вот так. Так, это у нас штатив, можно сказать, но такой, подвесной к потолку. Такой штатив мне понадобился, я уже видео снимал, сделал самодельный. Ну и заодно купил еще на всякий случай штатив, который предназначен для видеокамеры, охранной видеокамеры. Вот, ну тут есть одна степень свободы, вот она, вот так можно поставить, вот. Что мне и надо, потому что я собираюсь крепить, кстати, она хорошо, жестко закрепляется. Вот, здесь, я так понял, надо закрутить все это дело. Так, вот закрутил до конца. Это соединение очень жесткое, это соединение тоже жесткое здесь. Но есть недостаток, то что, в принципе, в эту сторону вот так у него свободы такой особой нет. Хотя, если отжимать это, я думаю, вращаться, да, есть и так, и вот так свобода, то есть две степени свободы. Есть вертикальной степени нет. Вот, тут три. Так, саморезы крутятся. Тут даже можно какой-то такой потолок бетонный, да, закрутить. Вот. Ну, в принципе, саморезы тут есть. Вот. Ну, в принципе, нормально, считаю. Так, я по размерам сравню. Да, хуже в том плане, что он короче, чем тот, который я сделал сам. Вот. Но это как резервный будет оставаться. Где, кстати, здесь есть отверстие для проводов, если надо крепить вот провода. Так что, ну, подведем итоги. Для видеонаблюдения, я думаю, что это шикарная вещь. Для наших тоже подойдет, но в данный момент не буду использовать. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного и полезного. Пока.